Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Правительство поможет Крину. Предприятие в октябре должно покинуть площадку, на которой работает. Это требует собственник помещений. Правительство теперь планирует провести ряд совещаний по этому вопросу. В последние полтора года Крин искал новую производственную базу, однако в силу того, что для выпуска измерительного инструмента требуются особые условия, оптимального варианта для размещения производства так и не было найдено, сообщают в правительстве. В качестве одного из предложений есть вариант переезда в один из промпарков. Программа «Экономика». Из логистического центра «Пятерочки» Кирово-Чепецку нужна новая дорога. Центр откроется в ноябре, через город поедут сотни фур. Сначала ритейлер обещал соорудить полосу торможения, но теперь об этом разговоры не ведутся, приводит слова главы администрации Чепецка Михаила Шинкарева, портал «Айкиров». По словам чиновника, у города было несколько вариантов, в том числе выкуп земель у садоводов и строительство новой дороги, но выбран вариант реконструкции трех путепроводов. Общая протяженность работ 8,5 километров, стоимость 800 миллионов рублей. Сдать новую дорогу хотят в третьем квартале 2018-го. Член общественной палаты Константин Сечихин считает, что после открытия логистического центра может потребоваться и расширение дороги на Киров. Экономика. На продукции ряда кировских предприятий появится знак НСС. Они подтвердили соответствие товаров требованиям ГОСТа. Это первые итоги госпроекта «Национальная система сертификации». Знак системы появится на продукции компаний «Слободской хлеб», «Вятич», «Кировский молочный комбинат». В ближайшее время к ним присоединятся холдинг «Здраво» и «Булочно-кондитерский комбинат». Национальная система сертификации была создана в конце прошлого года. Кировская область вошла в число 7 пилотных субъектов, участвующих в проекте. Предприятия могут добровольно провести оценку соответствия продукции требованиям национальных стандартов. В завершение о валютах. Доллар сегодня 59,93, курс евро 70 рублей 37 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.